официальным визитом Казанский федеральный университет посетила делегация компании Yazaki Corporations. Сотрудничество КФУ с японской корпорацией Yazaki, а точнее с ее американскими представительством UTC American Inc. началось летом 2017 года в рамках проекта Химического института имени Бутлерова. Наше сотрудничество с Казанским университетом началось недавно, благодаря Айрату Демиеву. Мы работаем в области создания углеродных наноматериалов. Перед господином Демиевым сейчас стоит сложная задача – научиться разделять нанотрубки по составу. Отдельно металлические, отдельно полупроводниковые. Компания должна развиваться, и мы со своей стороны обеспечиваем научные исследования и обновление технологий. Корпорация Yazaki работает на рынке поставок комплектующих для производства автомобилей. При этом обширный российский рынок представлен только представительствами, расположенными недалеко от Волжского автомобильного завода. Подразделение в Набережных Челнах находится рядом с особой экономической зоной, которая была специально в советское время создана для подготовки специалистов и проведения научных исследований в автомобильной отрасли. Есть задача, поставленная правительством Российской Федерации, чтобы все зарубежные компании примерно на 70% проводили локализацию здесь. В ходе встречи отмечалось, что в КФУ можно будет создать научно-образовательный центр Yazaki, в котором будущие инженеры знакомились бы с технологиями компании. Нашими основными клиентами являются автопроизводители. Этот рынок живет в атмосфере очень жесткой конкуренции. Мы постоянно работаем над совершенствованием продукции и одновременным снижением себестоимости. И наши возможные в будущем совместные с вами исследования в разных областях позволят усилить имидж нашей компании в Татарстане. Стоит отметить, что визит делегации корпорации Yazaki в КФУ продлится еще 3 дня. За это время гостям предстоит увидеть профильные для компании лаборатории и познакомиться с исследователями. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.